6-й тур лучшей лиги мира сегодня стартует здесь, в Ярославле. Всех приветствую с стадиона «Шинник». Меня зовут Сергей Воронин, и мы будем с вами смотреть очень интересный матч между, как вы догадались, местной командой под названием «Шинник» и Краснодарской «Кубани». Эльдар Низамудинов под номером 9. Эльдар все еще может. И напомню, 97 мячей в активе у него за карьеру в первой лиге. 3 мяча не хватает до сотки из-за различных ситуаций. Транспортные такие дороги приходится очень тяжело. Соколов с мячом врывает штрафную. Пастизов в штангу мяч попадает. И до леточки он буквально катится и уходит за пределы поля. Схватается за голову. Десятка ярославского «Шинника». И в тоже в топе среди вратарей прошедшего тура находится Соколов. Так, точка, точка. Кенфак ошибся. Завалил он Самсонова. И действительно, это 11-метровый удар. Немножко так на него налетел. На ноги, сзади, и падает Самсонов. Разбег, удары. «Шинник» открывает счет. 1-0. Дмитрий Самойлов, капитан «Шинника», открывает счет этой встречи на 30-й минуте встречи. «Шинник» выходит вперед, Самойлов забивает. И тут же замена, тут же замена. Нури Абдоков появится у «Кубани». Без шансов здесь Самойлов исполнил и чувствует, что изменения нужны. Вбирает Евгений. Давай, Евгений! Ух ты! Вот это удар Осипов! Метров 35, наверное, было с левой ноженьки. Поворотом и Александру Добне пришлось в прыжке вытаскивать этот мяч. Самойлов. Дмитрий смещается. Пас в штрафную площадь. Самсонов. Удар Малахов. И... ох, вот это сейвище. Вот это перчатка. Вот это удар. Юрий Нестеренко оставляет свою команду в игре. Сейв пока матча. «Шинник» прибавил последние 2 минуточки. Включили обороты ярославцы. Здесь удар. Хороший удар. И классный получился удар у Ильи Рубцова. Да, форвард, который забивает 3 последних игры подряд. Побольше Рубцов. Продолжит ли он свою серию? Давайте посмотрим. Соколов. Передача. Рубцов. Рубцов. Как же так? Рубцов мог забить 4-й мяч в 4-й игре подряд. Олейников с мячом. Василий. Василий. Василий напомнил о себе звоном перекладины. Конечно, Вася. Ничего, Кубань не ходит. «Шинник» 2 редута выстроил. Такие передачи, рикошеты. Добня, Добня, Добня. Так, давайте посмотрим, что здесь момент. Прострел показывает, была ли здесь рука у Василия Олейникова. Да? Осипов на ваших экранах. Что у нас, замена? А, удалили Осипова. Вот а что. Удалили Осипова у нас. Я пропустил этот момент. Что здесь придумает? Купанцев, передача Лаук низом и... ух ты! Как же Лаук простел! Да, Абдоков, да, был готов. Абдоков был готов, рикошет! Господи! Штанги перекладины сегодня за Краснодар. С мячом ярославцы, можно играть. Давайте посмотрим, Олейников. Ну, направо будет ли пас на исполнение? Почему ты, Вася, пожадничал? Вася! Олейников тащит мяч налево на Самойлова. Свободная зона есть. Удар низом. И в ближнем бою Нестеренко. Несомненно, Нестеренко лучший игрок Кубани в этой встрече. Так, Рубцов. Давайте посмотрим, что придумает здесь Илья Нестеренко. Ха-ха-ха. Юра, Юра, ты красавец. Ну что у нас здесь? Желтая карточка еще. Красная? Красная? Семенову, что ли? И Нестеренко пошел к воротам ярославского «Шинника». Но осталось Нестеренко здесь забить самому. И тогда можно точно свистеть и радоваться этому результату. Но нет, все! Ярославль одержит такую важную победу со счетом 1-0 благодаря мячу на 29-й минуте в исполнении Дмитрия Самойлова. Ну что ж, на этом, наверное, будем мы завершать нашу с вами трансляцию. Спасибо, что следили.